Виктория Азаренко сыграет в полуфинале из турнира серии «Премьер» в Майами. Напомню, его призовой фонд более 6 миллионов долларов. Накануне в 1/4 Виктория обыграла британку Яханну Конте. Первый и второй сеты завершились в пользу белоруски 6-4, 6-2. В полуфинале Азаренко сыграет с третьей ракеткой мира немкой Ангеликой Кербер, которую Виктория одолела на турнире в Брисбене.